Приветствую всех на канале «Цвет настроения». Известный телеведущий 53-летний Андрей Норкин 3 сентября женился во второй раз. Причем после смерти его первой супруги Юлии прошло чуть больше года. О радостном событии в своей жизни Норкин сообщил лично, опубликовав фотографии с новой избранницей. И судя по снимкам в Инстаграме, молодожены являются примерно ровесниками. Ведущий снова остановил свой выбор на светловолосой красавице. Многие отметили, что новая избранница Норкина очень уж похожа на его покойную супругу. Однако подробности этого союза пока что не разглашаются. Личность новой жены Норкина держится в секрете. Журналистам не удалось узнать, на ком женился ведущий и как давно начался их роман. Невеста пришла в ЗАГС не в белом платье, из чего многие сделали вывод, что это уже ее не первая свадьба. Напомню, Норкин с первой супругой Юлией состоял в браке почти 30 лет. У супруга в 1995 году родилась дочь Александра. В 2002 году Юлия и Андрей усыновили 7-месячного Артема, оставленного матерью в больнице. А в 2004 году они узнали, что та же мать оставила в клинике еще одного ребенка, Алексея. Норкины забрали его домой. А в июне прошлого года Андрей Норкин стал вдовцом. Следует заметить, что Юлия скончалась при весьма таинственных обстоятельствах. Тогда ходили слухи, что она свела счеты с жизнью из-за депрессии. В ее окружении говорили, что тяжелый период жизни был связан с проблемами в браке. Норкин, впрочем, эту информацию не подтверждал. Согласно официальной информации, Юля умерла от инфаркта, который был спровоцирован давними проблемами со здоровьем. И вот теперь поклонники известного телеведущего разделились на два лагеря. Кто-то искренне рад за Норкина и поздравляет его с таким событием, отмечая, что выглядит он очень счастливым. Некоторые в недоумении и не понимают, как это возможно, ведь его жена скончалась всего год назад. А вам, как всегда, спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!